Всем здорово! Сегодня я хочу вам показать два сайта с халявой, но на обоих сайтах нужно сделать по одному депозиту. Достаточно просто на рулетке сыграть одним кейсом. После чего за активацию купона вы получаете 1 рубль. Начнем мы с сайта CSGO.PI, на котором вот сейчас вам рассказываю все это. И за каждого друга вы будете получать по 3 рубля. И давайте сейчас зайдем в магазин. Вы, допустим, зашли на этот сайт, сыграли одну игру, активировали мой промокод, получили 1 рубль. Так, спускаемся в самый низ. За 1 рубль здесь ничего нет. Но, пригласив одного друга, вы уже получаете плюс 3 рубля еще сверху. И можете спокойно уже, допустим, вывести. Вот вы поставили кейс, вывели 1 ширп. Ширп, допустим, на том же роли, он немного дороже стоит, чем кейс. То есть, капельку, но уже уходите в плюс. Также можно просто приглашать друзей и выводить намного круче скинов. На этом сайте очень много скинов. Можете зайти на него, посмотреть, действительно стоит на нем вот так вот поприглашать друзей, чтобы действительно уже выводить довольно хорошие скины. И можно на этом подняться. Следующий сайт у нас чем-то похож, но на нем также нужна одна ставка. Но за активацию купона вы получаете 2 рубля, а за каждого друга вы получаете только по 1 рублю. Но чем же хороша тут реферальная система? Давайте зайдем в магазин, сейчас вам все покажу. Так, закрываем. Сейчас у нас загрузится магазин. Ждем немножечко. Скинов тут, как видите, сами очень много. Так, у меня аж мазила зависла. 1722 скина. Вот, как видите, даже есть неоновая революция. Так, ну мы опускаемся в самый низ. Почему-то так он не захотел. Вот. Итак, как видите, вы поставили кейс, вы получаете 2 рубля за активацию моего промокода. И можете уже спокойно выводить тех же, даже, допустим, 2 уже ширпа. Но вот реферальная система здесь, допустим, дает только по 1 рублю. Это не так уж и плохо, это тоже нормально. Допустим, вот сейчас найдем какой-нибудь довольно хороший скин. А вот давайте вот даже в самый верх здесь и посмотрим. Вот, как видите, есть тот же АК-47 Вулкан. Он стоит тут 1125 рублей. Округлим немножко. То есть, это вот такое же количество, надо пригласить друзей. Вы определенный вот скин, допустим, захотели. Смотрите, сколько он стоит, и вы уже знаете, сколько нужно пригласить друзей. То есть, это очень тоже хорошо. Можно легко так ориентироваться. Допустим, вот выбрали себе скин. Так, у меня он притормаживает. Сейчас мы... Вот, допустим, тот же P2000 пистолет. Прямо с завода. То есть мы четко видим. 69 человек приглашаем. У нас есть этот скин. Так, даже наклейка довольно красивая есть. Черный пес. То есть 69 человек. И вот на этих двух сайтах, просто приглашая друзей, вы сможете с легкостью себе заработать скинов. И во все это вы потратите всего лишь, допустим, на этих два сайта только 2 кейса. И можете поднять много скинов. Для тех, кто впервые на моем сайте, заходите в мои старые видосы. С помощью их вы сможете подняться. Я желаю вам удачи, хороших скинов. Покедова!